я вам задал такой же примерный вопрос. Расскажите мне что-нибудь интересного. То есть, если вам казалось, что это неинтересно, это можно сделать интересным. При помощи и интонирования, видите, и интонирования, при помощи пауз. То есть, работайте над своей подачей. То есть, не просто вот относитесь к этому упражнению как вот, ну, мне что-то надо рассказать, мне нечего рассказывать. Начните об этом говорить при помощи всех тех упражнений, при помощи тех всех методик, техник и способов, которые мы с вами уже успели пройти. Да, и гласные протягивайте, окончания все проговаривайте, паузы держите. Предложениями мы учились говорить, нет, ну или там дальше будет упражнение. Постарайтесь вот так красиво преподнести, как будто бы вот вас снимает там, не знаю, видеокамера, да, вас показывают сейчас на Первом канале. Конечно, не надо говорить, что вы там великая актриса, когда вы не являетесь великой актрисой. Но от себя попробуйте вот преподнести какой-нибудь материал и приукрасить его немножко. Не обязательно рассказывать правду. Рассказывайте правдоподобную правду. Никто же от вас не требует рассказывать искренность, честность и прям вот... Потому что жизнь обычного человека, она довольно скучная, тривиальная и сера. Вот. Но если вы перед кем-то выступаете, либо о чем-то говорите, всегда нужно это как-то приукрашать. У нас будут потом еще отдельные упражнения на пафос, на логос, на этос. Вы увидите, как это работает. Но я не могу просто это откладывать вообще на последнее занятие, потому что надо пробовать постоянно это все делать. Вот. То есть оно, риторика, ораторское мастерство, ну, это целое искусство. Как искусство там пивоварения, или искусство медицины, или искусство, боевое искусство. То есть учиться надо этому долго, последовательно. Я затрону вообще все практические аспекты, и мы выполним все упражнения, которые вам будут необходимы. Но нужно это выполнять, нужно это делать, нужно это пробовать. Давайте, вспомните, что сегодня было, что, как встали, что увидели, о чем подумали. То есть вот вспомните, активно подумайте о своем дне и расскажите какой-нибудь интересный факт. Последовательность фактов можете чуть приукрасить. Стараемся совместными усилиями сделать вывод. Вы увидите, как вывод работает. Я ваше обычное наблюдение, обычный простой факт покажу вам, как он превращается в публичное выступление. Давайте. Что вас заинтересовало? Ну, не может взрослую даму ничего не интересовать, и что она ходит с закрытыми глазами. То есть она просыпается, она надевает шоры, а открывает, она на работе. Притормозитесь, значит. Притормозитесь, оглянитесь, очнитесь, проснитесь. Это точно. Куда вы бежите? Куда? Все уйдут. Больше стоите на месте, наверное. Вот. Но думайте, что бежите вперед. Вы как хомячок, который бегает по этому кругу. Ну, то остановитесь. Перестаньте мыть посуду. Сядьте рядом с Богом. Послушайте его лекции. Ну, я не себя имею в виду. Это я из Библии фрагмент. Когда одна сестра села слушать Бога, а вторая всю посуду намывала. Вот, он говорит, то суета, ты лучше сядь здесь, истину послушай. Ну, расскажите давайте что-нибудь.